Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. У нас сегодня друзья, поэтому я побежала в магазин и по-быстренькому то, чего у меня не хватает в холодильнике, решила докупить. Так, значит, на сладкий стол или на десерт, или я не знаю, как сказать, я взяла вот такие вот бисквитики. Не знаю, хорошо камера покажет или нет. Бисквитики, а в середине крем сливочный. Очень вкусненькие. И взяла еще вот такие вот, ну, всем известные такие вот нямочки. Это как вафелька шоколадная, шоколадной начиночкой. Ну, так для разнообразия. Вот, за все вот это удовольствие я заплатила 220 гривен. Так, теперь, ну, я взяла шампанское. Кстати, кто не пробовал, очень вкусное, рекомендую. Ну, это больше женский напиток, скажем так. Он слабенький, он очень сладкий, ароматный. Ну, такой себе мускатик на ура, скажем так. С насыщенным таким ягодным вкусом. Кстати, Молдавия. А молдавские вина, кто знает, это вина. Так, друзья, теперь я взяла два тортика, чизкейки такие, один чизкейк, второй шоколадно-вишневый. Вот таких два чизкейка взяла. Вот, тоже очень нежные, очень вкусные, потому что друзья наши, ну, как бы так, на диете, не на диете, ну, немножечко все-таки придерживаются, поэтому, как бы, таких сладостей жирных я не брала, а так вот с малиночкой и с вишенкой, с шоколадом, они маленькие. Вот один тортик, вот этот, который с малинкой, он стоит 270 гривен. Тот, который с шоколадом, 280 гривен. Так, это что касается сладкого стола. Теперь взяла вот такенную здоровую, здоровенную, здоровенную упаковку сосисок. Из этих сосисок я хочу приготовить хот-доги. И в лаваше сейчас сделаю их. Так, это я вам уже секрет раскрыла наперед. Не хотела говорить наперед. Ну, колбаску взяла, фуршетная палочка. Это так для нарезочки будет у нас. Так, еще я взяла... сейчас, значит, одну упаковочку голени куриной. Так. И три упаковки взяла, вот так, два и три упаковочки взяла бедрышек куриных. Хотела сказать, что я буду готовить. Нет, 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 это будет секрет. За голени, за три упаковочки я заплатила... Эти голени, говорю, бедрышки, три упаковочки я заплатила 310 гривен, за упаковочку голени 70 гривен. Так, за сосиски не помню, сказала, не сказала, 310 гривен за сосиски заплатила. Вот такие, друзья, я сделала покупочки, небольшие, ну, вышла я на 1680 гривен, вот. Ну, там какие-то помидорчики, майонезик, сыр, это все у меня есть, поэтому это я покупать не стала. Этого мне достаточно. То есть немножко вот курочки, сосисочки, колбаска и сладости. И этого мне будет больше, чем достаточно. Вот, вот такие у меня будут. Ну, а что, конечно, буду готовить, я уже покажу потом, потому что не хочу сейчас зараньше раскрывать вам секрет. А вот. Так что подписывайтесь на мой канал. С вами была Танюшка. И обязательно смотрите следующее видео. Всем пока-пока!